Возлюбленные братья и сестры, помолимся за тех, кто сегодня принимает крещение, и да поможет всемогущий Бог своей милостью тем, кто приближается к водам возрождения. Будь милостив, избавь нас, Господи, от всякого зла, избавь нас, Господи, от всякого греха, избавь нас, Господи, от вечной смерти, избавь нас, Господи, ради воплощения Твоего, избавь нас, Господи, ради Твоей смерти и воскресения, избавь нас, Господи, ради излияния Духа Святого, избавь нас, Господи. Мы, грешники, молим Тебя, услышь нас и удостой этих избранных возрождения благодатью крещения. Молим Тебя, услышь нас. Всемогущий вечный Боже, яви великую свою милость в таинстве и для воссоздания новых людей, приступивших к водам крещения, ниспошли Духа усыновления, дабы в этом служении, которое мы в смирении совершаем, явилось Твое совершенство через Иисуса Христа, Господа нашего. Силою Ты творишь чудесные дела через знаки таинств. Ты многообразно подготавливал свое творение к явлению благодати крещения. Боже, Твой Дух вначале носился над водами первозданного мира и уже тогда заключал в себе силу освящения водной стихии. Боже, Ты показал образ возрождения в водах потопа и явил мне начаток таинства, ибо водами уничтожался порок и рождалась добродетель. Боже, Ты сподобил сынов Авраамовых перейти Черное море сухими стопами, дабы народ, избавленный от рабства фараона, явился прообразом народа крещенного. Боже, Твой сын в Иордане от Иоанна крестился, был помазан Духом Святым и, взядя на крест, источил из раны в боку кровь и воду, а по воскресении заповедал ученикам своим: «Идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа». Обрати взор Твой на церковь Твою и на тех, кого Ты удостаиваешь крещенных вод, и даруй через эти воды Духом Твоим Святым благодать Единородного Твоего Сына, чтобы человек, созданный по образу Твоему, в таинстве крещения омылся от всякой ветхой скверны грехопадения и удостоился нового рождения от воды и Духа Святого. Молим Тебя, Господи, да снизойдет на эти воды через Сына Твоего сила Духа Святого, чтобы все через крещение, погребающиеся со Христом в смерть, с Ним же совоскресли в жизнь, через Него же Иисуса Христа, Господа нашего. Аминь. Итак, возлюбленные братья и сестры, Господь наш Иисус Христос заповедал Своим служителям крестить тех, кто приходит к Нему. Приступив к крещению этого младенца, прочитаем сначала из Священного Писания, из Евангелия от Иоанна, Матфея и Марка, об установлении, силе и необходимости святого крещения. Так говорит Господь: «Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится от воды и духа, не может войти в Царствие Божие. Дана мне всякая власть на небе и на земле. Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что я повелел вам. И вот я с вами во все дни до скончания века. Пустите детей приходить ко мне и не препятствуйте им, ибо таковых есть Царствие Божие. Совершим же то, что заповедал нам Господь». Наша христианская вера обязывает всех крещенных христиан отречься от дел дьявола и тьмы и служить Богу, возрастая в христианском учении. Ваш долг перед Богом состоит в том, чтобы с благодатной Его помощью вы делали все от вас зависящее, чтобы этот ребенок, отрекшись от зла, последовал за Христом. Поэтому я задаю вам эти вопросы, и вы отвечаете от вашего имени и от имени вашего Сына. Обратились ли вы ко Христу? Мы обратились ко Христу. Раскаялись ли вы в ваших грехах? Мы раскаялись в наших грехах. Отреклись ли вы от дел дьявола и тьмы? Мы отреклись от дел дьявола и тьмы. Итак, хотите ли вы, чтобы Степан был крещен во имя Отца и Сына и Святого Духа, и обещаете ли заботиться о том, чтобы он был воспитан и сохранен в христианской вере, как ее исповедует Евангелическая Лютеранская Церковь? Если хотите и обещаете, то ответьте «да».
Далее. Господь да пребудет с тобой. Прими знамение креста в знак того, что распятый Спаситель умер за тебя. Господу помолимся. Всемогущий Боже, Отче милосердный, чей Сын Иисус Христос был крещен на реке Иордан, благодарим Тебя за дар крещения, очищающего и возрождающего нас. Благодарим Тебя за то, что через воды Черного моря Ты вывел свой народ из рабства к свободе обетованной земли. Благодарим Тебя за то, что, приняв крестную смерть за нас, Твой Сын пил из чаши и крещением крестился, чтобы, умерев со Христом, мы совоскресли с Ним. Господи, ныне мы принесли к Тебе этого младенца и молимся. Прими его через святое таинство крещения, чтобы он был очищен от первородного греха. Пошли Духа Твоего Святого и сотвори новое рождение. Введи Степана в общение Твоей Церкви, облеки его во Христа и возроди к вечной жизни. Через Иисуса Христа, Господа нашего. Вашего Сына в церковь, чтобы он был крещен. Сейчас вы должны перед Богом и этим приходом исповедать христианскую веру, в которую были крещены вы и будет крещен Степан, и в которой вы обязуетесь воспитывать его. Верую Бога Отца, Всемогущего, Творца неба и земли, и во Иисуса Христа, Единородного Сына Божия, Господа нашего, зачатого от Духа Святого, рожденного от Марии Девы, страдавшего при Понтии Пилате, распятого, умершего и погребенного, сошедшего в ад, воскресшего в третий день из мертвых, вознесшегося на небеса и сидящего одесную Бога, всемогущего Отца, откуда Он придет судить живых и мертвых. Верую в Духа Святого, в единую святую христианскую церковь, в общение святых, в отпущение грехов, в воскресение плоти и в жизнь вечную. Аминь. Это вера Церкви. Это наша вера. Мы веруем в единого Бога, Отца и Сына, и Святого Духа. Итак, по повелению и обетованию Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа, да будешь крещен и ты. Степан, я крещу тебя во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Господь принял тебя, всемогущий Бог, возродивший тебя от воды и духа и простивший тебе все твои грехи, да благословит тебя, да сохранит тебя, и да пребудет с тобой во все дни твои, отныне и вовеки. Аминь. Прошу вас всех, свидетелей этого крещения, молиться и заботиться о Степане, чтобы он возрастал в христианском учении и через Божие Слово и таинство Церкви достиг жизни вечной. Помолимся и поблагодарим Господа нашего. Наш всемогущий Отец Небесный, благодарим Тебя за то, что в этом крещении Степан получил новое рождение, был принят Тобой и введен в общение Твоей Церкви. Молим Тебя, даруй, чтобы он возрастал в вере, в которую был крещен, чтобы и сам исповедовал эту веру перед Церковью и перед миром. Пошли ангелов Твоих охранять его на всех его путях. Сохрани его от болезней и счастья, от всего, что могло бы повредить ему. Просим Тебя и за родителей Степана. Даруй им духа мудрости и любви, чтобы знали, как должны воспитывать их сына, и чтобы в их доме всегда пребывали мир и радость. Не оставляй в милости Твоей и каждого из нас, и храни нас всех в твердой вере, чтобы со всеми святыми мы удостоились войти в вечное Царство Иисуса Христа, Господа и Спасителя нашего. Аминь.
благодарение Богу. Господь, да пребудет с вами. И со Духом Твоим.